5 июня в университетской клинике Казанского федерального университета состоялась научно-практическая онлайн-конференция по теме «Ишемическая болезнь сердца». На сегодняшний день эта тема крайне актуальна, поскольку ишемическая болезнь сердца – это наиболее распространенная патология сердечно-сосудистой системы, которая может вызвать инфаркт, и смертность от него по-прежнему остается очень высокой. Поэтому главной целью конференции стало обсуждение современных рекомендаций по ведению больных с хроническим острым протеканием этой болезни. На открытии с приветственным словом выступил проректор по биомедицинскому направлению, директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов. Во-первых, я могу поблагодарить в первую очередь это общество кардиологов России, которое откликнулось на инициативу Казанского федерального университета в проведении вот такого рода мероприятий. Плюсы в этом онлайн-общении есть несомненные. Первое – это то, что вот сегодня уже на утро у меня была информация, что зарегистрировалось 900 участников. Когда мы офлайн, так сказать, 900 человек собрать, это бывает очень сложно. Всего в конференции участвовали кардиологи, кардиохирурги, сосудистые хирурги, аритмологи, терапевты стационаров и поликлиник и врачи общей практики. Мероприятие прошло в формате непрерывного медицинского образования врачей. Диана Жленкова, Универньюз.